Стил? Я в пальме, нас. Мортиры хуевит. Это уже хуевый знак. Блять, пришел, дыма нагнал. Ебаный чинок, я ненавижу таких, как он. Так а смотри, какую грядку высадил, блядь. Да вообще дохуя, вот тут тупо. Ну, блядь, из нашего кита хуярит. О, убери его. Да похуй с пацаном, подними его скоро. Подняли уже, блядь. Меня очковать. Так. Так. Что делать? Вот. Финиш, я не знаю, можешь подойти, кумбуля. В принципе, глянуть. Бомбуля. Бомбуля, ой, это кумбуля. Телегонца. Бомбуля. 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 Кумбуля, пошли. Бомбуля. Слышь, пошли, точно. Ну нахуй, все. Бомбан фиш. Бомбан фиш. Бомбан фиш. Все, идем. Идем за мной. Бомбан фиш. Наверное, мы перейдем вот сюда. Наверное, чтоб не сдохнуть там. Идем туда. Мамка, держитесь, можно дальше. Подальше, подальше от отеля держитесь. Потому что на отеле 100% кто-то сидит, и дорога видна вся, вот которая. Около которой синяки, и очень легко убивать сверху. Это что тут такое на наступление пошло, да? Да, на отеле крайнем я вот в монитора вижу, что кто-то сидит сейчас. Да, в любом случае там кто-то сидеть будет. Артуха сейчас глазами его убьет. Да. Седьмые, хорошо. Значит, мы идем. Кто там базарит так? А, это мне другой складной что-то сказал. Привет, пацаны, поздоровался. Okay. Складной со складными поздоровался. Жесть какая. На пиндосском сервере, на немецком, по-моему, даже. Hello, guys, такой. 31-0. Нормально накидали? Нормально, блядь? Так. Шо 31-0? Мост сломан у нас, у склада. Опа, по нам огонь. Мост сломан. По вам огонь, потому что я сказал, левее идите, ко мне идите, там уже не достают. Мост. С моста мне не нравится. Будем с моста лупить, нормально все. Я уже все продумал. На лодку дал правее, коллаба, короче, хуяч, но я хуйнул, блядь. Так я еще не сказал, что, блядь, я сказал, показывается. Ты, и, короче, ты поюзывай иногда бестермальную хуйню. Выключаешь термал, проверяешь, свой, не свой, бежит. Я же сказал, значит, пиздец. Нет, блядь, надо проверять постоянно. Хуй знает, кому, блядь, он говорил, складной может курит, блядь, может под грибами сидит. Складного расстрелять. Так, давай, садись. Тут финиш садишься. Садишься ты. Садитесь, короче, тут. Сейчас мы. Я пойду к мосту подойду. Буду слышать как раз, если кто-то будет плыть. Сейчас. Опа, есть тело, блядь. А, нет, нет. Свой. Второй раз уже попадается. Надо его убить. Глаза, блядь. Чё он туда лезет? Так и хочешь, чтобы я спустил на него крючок. Так, отель пока чистый, кстати, заныкался кто-то. Если там есть, то он уже сныкался. Блять, долбанный мост перебил. Чё делать? Будем путь? Так, есть марксман или снайпер по маркеру. Блять, да, походу не видит. Не видит меня. Это, блять, этот. СВД, ко мне, Финн, давай. Вижу, за машиной. За машиной, да. Жить. Точно его убей с одного, чтобы он не пропалил к Диму. Лежит, лежит, лежит. Давай, я доработаю, если промажешь. Есть. Готов. Даже не хорошо, разобрались с этим уродом. Здание есть на верхушке. Есть два тела, блядь. ПКМ и какой-то хуй. На маркере, вижу, бегом да, его, блядь. Да. На крыше есть? Это крыше. Правое лупи, который лежит там. Хорошо, есть один. Свалился, блядь. Смотри, дальнее здание левее. Подожди, это не наш. Дальнее здание левее, там за солнечной батареей. Блядь, я его спугнул зря, наверное. Усматриваем, зря. Отлично, есть, готов. Клиент.
Так, сейчас еще будет. Вот это здание, блядь. Так, смотри, смотри, выскочил. Первая позиция, по которой ты стрелял. Да. За будкой. Маркеру. Это было что, блядь, я так и не понял. На хотеле тело. На хотеле тело. Пока смотри туда, я и скажу, когда на хотель переключиться. Переключайся на хотель. На хотель. На хотель переключайся. Коллап, это скорее коллап испортит. На хотеле не коллап. Нет, нет, нет. Блядь, лёг в тот момент, когда ты стрелял. Да не спи... О, что-то его убило, блядь. Убил. Это видно не... А второй на хотеле... Второй вот на маркере висел, да? Это... Бля, выглядывает. Лупи его с маркера. 345. Правый угол выглядывает. За панелью, за батареей, короче. Не за солнечной батареей, а за нашлепкой такой, блядь, с водной бочкой. Я его не вижу. Сейчас он выглядит. Жди. Он просто ждет, пока, блядь. Все, он потихоньку вылазит. Джек, не стреляй, не снимай. О, голова. Не стрелять, нет? Не-не-не-не-не. То ли его убили, то ли чё, блядь. Не, он походу спрыгнул. Ой. Чисто там. Держи пока. Я смотрю пока другие направления. Короче, вот тут вещь. Блять, какая-то жесточенная херня происходит сейчас, честно вам скажу. Мясо. Пошло в грязь. Да, вот смотри, нет, он все еще там лежит. Кусочек его головы видно, поднялся. О, выходит. ККМ это, блядь. Не стреляй. Смотри, солнечная батарея, дальнее здание. Там нашивается, короче. Вот по маркеру здания, видишь? Еще уже дальше. Зашел. ПКМ вышел опять справа, блядь, заполз. И еще дальше здание левее, чуть-чуть вдалеке. Там тоже есть. Смотри, телует. О, так, вижу. Джек, для тебя тело сейчас, смотри. Давай. Вот по маркеру, рядом совсем, в этом расщелине, в забором. Внизу, да, в заборе. Да, да. Держи, короче, эту херню. Держу, да. Так, ты мажешь. Ты не попадаешь ни вправо, попадаю. Ни в дальнего, короче. ПКМ сейчас бьет. ПКМ все так еще вижу, он чуть-чуть высунулся, а его не бил. Займи. Так, смотри, я левее, защелил. Левее, хорошо. Смотри, здание далеко. Меня убили. Медик. Меня снайпер. Лежи. Хуй знает, откуда он тебя лупанул, но тебя... Аглухо. Не-не, меня поднять ж можно. Кто что такой был, блядь? Финт, сейчас вообще не высовываешься минуту. Это, наверное, с этой панели грёбаный, блядь. Возможно, он сквозь текстуру вылазит, короче, башка мерцает его, я стреляю, но не убиваю. Возможно, он меня и убил. Okay. Слишком часто хуярим отсюда. Okay. Так, Джек, я пока не могу тебя послушать, что ты там говоришь. Не надо петлять, просто беги. Снайпер, все уже сделано. All call signs with we need reinforcing. Over. Acknowledge. Over. We need reinforcing. Acknowledge. Over. Так, засекаю время тебе. 33:20. Через минуту можешь делать всякую хуйню, пока нет. А чё именно? В смысле, что ты имеешь? Ты кому это сказал? Это не тебе, это было Финном, чтобы он там сидел, просто тупо даже не показывался. Блять, тебе непонятно, откуда убили. Это не тот, там ПКМ да был, кто? Блядь. Он так хитро вылазил. Это не тот был, это ПКМ, я заметил. Да? Кто это был? Это был ПКМ из дальнего здания сейчас. Походу вот с этого здания убили. Просто слышишь, с этого здания. Снайпер арки. А отличается физика у коллабов снайперкой? Не, в кончик. Целишься, одинаково попадает. Только надо в кончик. Да. В перекрестие, да? В перекрестие не надо целиться. В кончик, и там чутка падает, если на 1300 метров я стрелял, там она чуть-чуть падает, буквально вообще капельку. Походу выбили с маркера снайпера, я не уверен, конечно, но... Блять, может тебя ПКМ убил? Хуй. Hey, come on, give us a hand over here! 23 сколько было? 23:30 было, да, Финич? Ну, вроде бы. А чё ты вылез, я так и не понял, слышишь? Да, вот там вылез уже. Под мостом. Под мостом, бля. Сидит с биноклем.
Говорю, не вылазь, он говорит, да, хорошо, блядь, вылез, уже под мостом сидит. Не, надо слинять, если уже первый раз меня убили отсюда, значит, она меня. О, тем более кэш взорвали, все, уходим. Да, кэш взорвали. А, стой, около отеля еще один кэш, куда мы уходим? Мы никуда не уходим, вот кэш под отелем. Ой, кто-то классную вертушку посадил. Садил? Пиздец. Раскладывать носочки, если оптика не увеличится. У тебя отдачи ноль. Можешь с автомата тогда хуялись, как с пулеметом, блядь. Да, на автоматике. То есть вообще нулевая отдача. Вообще охуенно. То есть еще точнее и точнее, чем пулемет. Нихуя себе, я и не знал этого. Надо на комбо испытать. Ладно, кто бегает? Да нет, трясется, я бы не сказал. Ну чуть-чуть, наверное, не настолько уже. Да на туришь пулемет. Так что. Так, тела. Пулемет от турист. Я думаю, да, чисто что рожок, наверное, не знаю какой там, одинаковый какой. Стандартный. Я думал, очень. Так, подойдем-ка мы, наверное, парни, знаете, куда? Сюда это подъем. Я Оль. Понимаю, что стрёмно, блядь. Понимаю, что домой надо. Может, больничку займем? Там растяжки поставим. Не, больничку не займем. Чё, растяжки? Какие растяжки? У нас нету растяжек. Hey, come on, give us a hand over here! Настрой. И чё не занимаем? Никаких больниц. О, сапплай, заряжаемся. И поднимаемся чисто с дороги. Я контролю пока... Блять, глаза слипаются. Надо въебать энергетика. Сейчас законтролю, короче, этого. Отель, что там на отеле, и тогда можно делать всякую херню. Че, может больничка? Ну, окна там классно, ныкаться. Ну хочешь, подойди к больничке. Хочешь подойди, чушь, что я тебя подниму оттуда, но. Так там полно наших, там нет смысла даже очковать. Туда не пойдем мы туда, потому что туда заплывает и начинается она, короче. И как только какой-нибудь заходит, паника везде. Да ну вы гоните, там реально наших навалом. Ну зайди, зайди, я тебе разрешаю зайти, легко. Займи окно и смотри кэш. Это, блин. Можешь сделать такое. Нич, зарядись. Там кэш на ладони, просто высота нужна, понимаешь? Ну не совсем как на ладони, да. Артурка, сзади у тебя, смотри, тело бегает. На вест, Артур, на вест за горой. Что за горой, блядь, ты чё? Вот, посмотри. А точно, увидел меня, слушай. Да, я же тебе говорю. Иди сюда, блядь. Как так, блядь? Я туда даже не посмотрел. О, что-то я расслабился, короче. Пошлись по кэшу долбят. Я, короче, буду сейчас невинную эту красную шапочку играть, смотри. Я буду ходить тут. Он сюда придет, блядь, смотри. Сейчас увидишь, он сюда зайдет. Идет, нет? Move now! Такое ощущение, что дофига очков именно за серии дают. Слышишь? Посмотри вот сюда. Может, что увидишь? Там телоид где-то ошивается. С высоты. На мосту разрушенном ходит, слушай. Я его не вижу отсюда. У меня рельеф мешает. Понял. Минус. А, да, есть. Еще один конь, я говорю, на разрушенном мосту это финиш для тебя. Ну ты пока не. Секунды, как ты говорил, ты сходу херачишь. Не-не-не, нормально. Если не бежать, 3 секунды. Не стоят, они же двигаются. 2 секунды, секунда, можно убить, так? Если не бежать. Вот. А если ты пробежался уже, прожал кнопку бежать, то тогда надо ждать секунды 3-4, да то и 7. Как с каким оружием? Понял, он. Почти не целится, такое ощущение. Ну, я вижу, как головы мелькают там, на той стороне моста. Тем более, они пока... не стоят, они набегут. Пойдем ближе подойдем. Там ну, что-то мне стрёмно ближе подходить. Да не очку перед навалом стоит. Слышь, пошли вон сюда, иди на насыпь, со мной. А там понишь зону, там уже понишь зону. Сейчас проверим. Да не, еще нету там паниш зоны, нормально. Пиздец, они даже не могут в эту сторону посмотреть.
хую, ты смотри на кэш. Смотрю. Только они даже не боятся выглянуть в эту сторону. А точно отдачи нету, да? Можно смело ходить. Еще раз что? Там две полтины, Артур. Я не слышу. Две полтины? Ну сноси, сноси. Две полтины. Тюха он, да, лежат там, блять, валяются. Сбивай второго придурка. Ай, промазал. Ай, не надо спешить, все, не спеши. Да видишь, лег. Вон, высматривает, самый левый с биноклем, хуярь его. Нет, левый, левее еще. Побежал, минер, блять, уебывает. Бля, за нами приедут сейчас. Уёбайте в больницу. Перезаряжаюсь. А где они? Снизу моста, да, или сверху? Там, где наша была первая снизу, позиция. Снизу, они по маркеру, блядь, все. Уваливайте. Три, блядь. Этот, а уходим, 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 они сейчас сюда приедут. А там вода. Давай там, в этот, там, там в больничку вода. Беги. В больничку Артур, беги, в больничку. Там вода, да. Успокойся. Мост второй цел. Кажись. Нет, тоже сломан. Сломан? Ну, ладно, там вода все. Перечка была. Жаль, нет одного человека. Я бы лайт взял и просто, блядь, раскормсал бы всех. Давайте... А сейчас они приедут, я из хата расстал, блядь. Этот, Артуха, на кэше тир устрой. Они реально не ожидали такого. Да-да-да, ты там нормально накрошил. Уже 39 нахуярили складом чисто. Ага. Да он и один нехило настрелил. Ну да, он-то в смысле а один. Первый фраг заработал. Ну чисто, блин. То я? Но. А ко мне цивил подбежал, он думал, что, блин, простой чувак. А тут хуяк его арестовал. Так сразу, блядь, в ебло. Thanks, mate, mate. Короче, он на нас долго смотрел, блядь, рассказывал нашим, что делать, короче, ну, своим, что делать там, блядь, как нас обходить, а мы там на краю карты сидели. Да-да-да. А ты понял, что они там на полтинах стояли, они чинук ждали. По полтинах поехали. Ну, что не ждали, на полтинах сейчас на НВ. Вниз, на юг поехали. Синяя, синяя полтина. Так, не выглядываем. Смотри, отель пока, финиш. Да ты чистый. Туда нереально подняться, там это. Лестница блокируется. Реально, реально. Никто не будет смотреть, поднимутся. Да ну ты шо, в эту сторону лестница. Да мгновенно, я тебе говорю, подняться можно. Тебя там никого не убивает, синяки все нормально. Что-то отдача мне не понравилась, понимаешь, не попала. Лучше ты одиночный. Может быть. Такие есть. Ну да, я конечно тебе сильно. Так я уже близко подходят довольно-таки. Да. Смотри, РПГ на своей позиции прилетело, убило своего. Интересно, блядь. Я что-то один остался. Это твое полетело. Так своего накрыло. Ну хер с ним. Справа обход. О, щит! Щит, чуваки. Сори. А, ну свой, да, значит, все правильно. Один хитрый жук справа побежал обходить. Я пока на него забил, он далеко. Что-то рванули, блин. Сколько осталось этих кишек? Ну все, сейчас будут разозленные эти ходить там, блядь. А сколько осталось? Никто не считал. У нас тики до 178, а у них третий кэш вынесли. Да проиграем мы здесь. Навряд ли, думаю, что мы выиграем. Ну, если только разведка будет нормально работать, то есть очки будем выебашить. Блин, я еще такого не видел. 31-0, это пиздец. Только на танках столько набивают, там, на ВТРах. А, хуйня это все. Не знаю, как финить, часто он нет, но тут легко вроде набить. Ну, он сегодня Тем более, что... Тем более, что синяки сделают за нас всю работу, они лезут в эти очаги и как-то там помогают один одному, вообще отлично. Так он пятую часть фрагов, считай, рубанул всей толпы.
У нас на мосту стоит скимитар, так что мы в сторону скимитара смещаемся. Не, говно, говно, автомат. Ну, может, уже да, не настолько точный на дальнее расстояние. Конечно, первая пуля однозначно точно полетит, а потом что? Не понял. Я же говорю, выбирай расстояние, на которое. Тут что-то ебаная девиация. Выбирай всегда расстояние. Вот сучка. Вот после 300, наверное, уже нехуй стрелять с этого говна. Автоматом. Да что-то скорострельное после 300. Я автомат погубил, если мне автоматы его заколбать. Это. Можешь их там на больничке? На балконе? Да ёпта, ты мёртв? Чё ты мёртв? Фу, с ВД, блядь. Да, подожди, Финич, надо вернуться, ралли ткнуть. Надо где-то, блядь, надо ралли, зачем? Отрихнуть это и все. А где ты? На балконе, на больничке. Лежи, Финич, короче, не иди никуда, сейчас я вернусь. Я бы гивап просто, понятно. Чего еще раз? КД не хочется портить, kill death. А, КД. Ясно. Все, я бегу уже. Финич, посиди я, там, тем более, сделаю... что синяки переходят. Окей. Скриншот сделаю, корешам покажу, просто как пацаны играют. Ну и у меня будет вот на я каком ты этаже был? Так я еще же видео попробуй. Пишу, можешь еще и видео показать. А где ты его сбросишь? На ютубе сброшу. Класс, это будет мое любимое видео. Я просто в такматуре, ну, тимплей на ней играл давно. Я когда, единственное, когда начинал играть в PR, попал на Доктор Сида какого-то, из вашей там, тусовки, короче. Ну, как складной. У него шушок. Ну, он рубит вообще писец, я тебе скажу. Если ближний бой попадает, то он убьет однозначно. Ой, это кумбля. Да, я бы не сказал, что даже не... Кумбля духания. Потому что его склад меньше всех очков набирал. Пока мы только поиграем, пацаны тупо за месяц набирают очки. Lay mines and booby traps at this location. Я, короче, на втором там на балкон подымешься. На балконе? Чё ты на балкон вылез, а? О, как непрофессионально, молодой человек. Решётка мешала мне. Да наших полно было, я думаю, ну чё, уже пора вылазить. А тут на тебе, да? Ну. Давно убили? Sorry, mate. Sorry, mate. Вот это я. Sorry, mate. Ноги не отстрелили, да? Лежи, лежи. Надо уходить, как? Кто-то, блядь, тут спрашивает что-то непонятное. Надо уваливать от себя. Погнали. Побежали. Коллаб больничку пасет. Из поворота в город. Походу инфу кому-то дает. Идем как шел, короче. С поворота в город, стой. То есть с моста, мост ближний к вам, который мост в город ходит. Там есть поворот такой. Сейчас я возьму боеприпасы. Он же ушел. Раз, раз, все. Давай, заряжайся, быстренько мы убегаем. Скоро сюда, блядь, прибегает. Скорее всего, на полтинок приедет. Скоро тут будет много грязи, можно их встретить где-то. Ой, СВД уже стреляет. Не надо никого встречать, двое человек ничего не сделаем. Тем более, что тут кэша уже больше не будет. Вообще? Да. Ну может только следующих два. На мосту кто? 31. Хорошо. Как синяки, не дошли или их там порастреливали? Фин. Да я не знаю, за ними не наблюдал как. Не, они уходили, я видел, я когда лежал, они уходили. Они лежали. А чё ты там восьмого не мог попросить, чтобы тебя поднял? Не, а он только гивал, только-только. Там же никого не было, когда ты забегал. Вообще никого не было. Это еще сдох там. Так, есть, вижу. Короче... одного направления. Возле моста Поломного, на подъеме. В нашем ките. За машиной. Ну, смотри, Марксман на хотеле. Нахуй этого в нашем ките. Марксмана на хотеле убивай. Сейчас, с левой стороны. Дерево мешает. Ага, да, лежит. Собака. Не стреляйте только. Подожди, не стреляй, сейчас я снимаю. Я первый не выстрелю, пока ты не выстрелишь. Я только...
Промазал, да? Промазал. Черт, а как? Пускай, это? Пускай залезет, все, не надо его трогать, все. Пускай клемается. Может, ты его ранил? Чек, смотри, вот маркер под мостом. По опоры и эту, вот эту херню скоро, наверное, переплывать. Угу. Хорошо. А отель кто-то держит был на чердаке? Держит, держит. Я смотрю. О, справа он сейчас будет вообще. С правой стороны на шлепке этой здоровенной. Лифтовой шахты, я так понял, что это лифтовая шахта. Вот, СВД-ха мелькает. Тебе еще надо туда пройти. Отлично, два кэша осталось. Вот, голова видна, все. Вставайся. Вставайся, все, не иди дальше. Только 8 секунд. Все, блядь. Батака какая-то, блин. Лежит он, да, или он. Готов уже, все. Сопли слисают, да, короче. Тут этот кит вон в воде плавает какой-то, смотри. Дим. А, труп убили. Кто-то его убил, в воде плыл. Возле опоры, по-моему, присмотри. Да, возле опоры. Смотри, где кэш открылся. Ой, черт. Возле разбитой полтины или что стоит там тело? Стоит, стоит. Ну да, просматривайте. Бежит. Если кто-то опоры. Может его нагнуть. О, смотри. Стреляй, Джек, я не вижу, потому что... Убил, есть, есть. Отлично. Не, она очередями никуда не годится, отвечаю. Ну, значит, одиночный глупый. Только в ближнем бою, может быть. ПП Джек Дэниелс. Слушай, это клановые чуваки. Их тут будет скоро пару штук. Я так думаю, по идее, надо сваливать отсюда. Вот, ну, я думаю, что надо идти на остров и в самый правый угол. И там сидеть. Ну, блин. Да. Самые финки. А не, это арки. А вы, если бы показывала, кто кого убил, понял? Они бы за голову у финки, короче, наверное, уже бутылки ставили. Все, уже охотились бы, да? Да, чисто. Пойдем тогда на остров пройдем. Слушай, мне что-то стрёмно на этот грёбаный остров. Но можно вокруг пойти. Отступаем вокруг, обойдем. Да давай настреляем кого-нибудь, я даже не знаю, кого тут настрелять. А тут нету никого, все на кэш уже ушли. Мы там встрянем, если начнем походить статистику. Бегут! Бегут, 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 вест! Вест принял. На позицию. А, синяки, ё-моё, блин. Это не синяки. Это вы там бегали, блин. Че вы бегаете? Ходите пешком. Я переочковал. Джек, это ты бегаешь. Да? А, вест, а я ж думаю, где вест, ёпта. Пробую. О, что за проблемы? Да у всех. Офигеть. Сервер упал. Ну.